Зи, дорогие зрители, с вами снова благородные сэры на одноименном канале имени нас, сэр Холмс, сэр Валенард. И мы продолжаем играть в Neverwinter, и, судя по всему, это последняя серия в этом модуле. Это, как называется город? Колодец Биарнуна, ну, короче, где-то крайний север, около хребта мира. У нас задание найти короля орков, уничтожить его, всю его армию, и за это мы получим 1000 золотых монет. И спасем продовольствие, эти, короче, караваны, которые идут в какую-то маленькую занюханную деревушку. Собственно. И тут да. Мы обнаружили зомби-апокалипсис на самом крайнем севере. Непонятно зачем, и все это мы будем выяснять и делать уже в этой серии как раз. Сейчас тут будут появляться скелеты, да. Здрасте. А, как он Семёну втащил по щам. Так смачно просто. О, слушай, с этих можно кости же собирать, наверное. Можно жезлы крафтить и все такое. Ага, обломал. Не оставил за собой косточек. Оу! Охладите ваше трахание, мистер Скелет. Ух. Лол. Я только успел, короче, скастовать вот это вот. Изгнание нежити, а уже все сдохли. Все по одному появляются, да? Вот я. А не, вот он его активировал. Решил сразу всех активировать, типа. Да. Да, почему бы нет, скажи. Что-то на них не действует мои изгнания. Они слишком борзые для этого. Не, на самом деле тут классно. Тут классная локация. Как бы если отбросить вот эту всю квадратистость, да, и попытаться немного... Вот там вампиры, воины, осторожно, давай дальний бой сначала используем. Отбросить, короче, немного подключить фантазию, да, то получится, что мы в таком мрачном лесу. И тут куча всяких оврагов, о, мужик, очень глубоких. Ого, похотливо расстегнута рубашка. Че, страшно? Содомиты набегают. Боевые. Ау! Капец, он что-то покоцал меня так нехило. Так, сходи там слева, ой, справа труп валяется какой-то, посмотри, что. Да, точно. Так, Семёна покорми еще. А я себя покормлю. Не, я себя поглажу. Хороший, Холмс, хороший. Все, ХП восстановлено. Ух ты, какая броня классная на трупе, иди сюда. Слушай, мне она нравится. У меня такое ощущение, что она крутая. Кольчуга плюс 2. Она не крутая. Не. Вообще. Ну, для начала игры она, конечно, крутая. Если бы дали ее еще в Академии Невера, да? Так, да. Давай, да, пока да, нормально. Не будем ломиться в эти ворота. Ну, там скелеты дальше, мумии какие-то. Так, тут ничего нет. Посмотрим, что было в лагере вампира. Так, труп. Труп смотрел? Тут вот труп, да, тут смотрел. А, тут камушек, как всегда. Блин, у меня этих камушков уже 23 Ой, штуки. Ой, Линус агрила уже на себя скелеты. Так, там ничего нет, значит, да? Угу. Да, конечно. Аниш. Ломится. Аниш. Великая мумия. На тебе звуковой удар, скотина. О, сейчас пуш такой был. Ну что-то не такая, да, уж и великая там мумия. На кусочки развалилась. Так, тут серебряное кольцо. Вообще, судя по всему, действие происходит летом, прям в самый разгар. Потому что зимой тут бы было просто капец как холодно, и все завалено сугробами 10-метровыми. И мумиями. Так, ты посмотрел вот тут уже бочечки? Угу.
Так, давай. Ну, тут сначала налево сходим. Рыцарь Рока, смотри. Рыцарь Рока? Опять Кипелов? Он и здесь нас нашел. Надо мною тишина. Небо полное дождя. А дождь проходит сквозь меня. И я дебил красный в доспехах. А на самом деле он... Нет, это не красные доспехи, это у него просто разлагающееся мясцо. Красная сущность у него просто. Какой-то монумент. Это, по-моему, просто... Какой-то типа пыточный механизм. Что-то типа того. Кончтось, ничто! Там-там-тарадам-там! Как я сказал, Neverwinter. Так, я нашел тут ящички. О, слушай. Судя по всему, тут какой-то склеп. Ой-ой-ой-ой, вампир-чемпион. Ну, бочечки. Сейчас мы на него, важнее. Там все залутано уже. Нет, ты че, вот эти были не залутаны. Там вот, да, вот прямо там вот не залутаны. Так, я... Да, прошло, отлично. Слушай, это женщина. Выглядит симпатично. А, рейтинг нереальный написан. Навечно привязанный к своим гробам и физической земле своих могил, значит. А так все, до свидания. Ой, что ты делаешь, женщина? Развеяла, она сделала порыв ветра, походу. А, не, просто развеять магию. А что, ничего не выпало? Не пускай газы в нашей... Что это? Броню мне определи. Эльфийская церемониальная броня. Скипетр притягательности. Подчинение. Подчинение. Это то, что помогло бы мне в той лаборатории скрафтить посох. Ну, кого это волнует? Бери свиток с него. Магический пролом лежит, я вижу. Блин, давай сфоткаемся тут. Там-там-тарадам-там. Блин, классное место. Магический пролом — это хорошо. А чё, я перегружен? Не должен же быть перегружен, боже. Чё, фоткаться не будем? Вот, да-да-да-да-да. Оп. Эч. Ну, вроде сделал пару фоток. Можно идти. Не, классное место прям, мне нравится атмосфера, так и привет. Так, вот там еще остались, да, ящики? Привет. Так, тут ящички, трупики. Ну, конечно. Концентрация. Блин, ну вылечи меня. Блин, ну. Исцели меня, говорю. Блин, вот это, конечно, у него заклинание со спецэффектами. Меня парализовало, блин. О, наконец-то а чё, вот отпустило. Это её заклинание? Да не. От сундука. Занозу поймал просто, столбняк. Меня долбанул огнем. Воровский инструмент. Ого! Шарвин-то сложилось. Зи! Требуется вмешательство паладина. Да вообще не действует на них ничего. Да охренели просто. Да сдохни ты тебе, палкой по башке лучше решение просто. И не выпендриваться. На! Ах ты скотина, на тебя не работает этот. Фаербол. Представляешь? Ты чё? Ну просто проигнорировал. Надо повышать температуру фаербола твоего. Напали на бобца и замочили. Чтоб кости плавили. Напали. Извращенцы. Женоненавистники. Садомиты. Простофили. Мужеложцы проклятые. Скотоложцы. А тут тем временем была палочка чего? Да. О, виселица. А эти трупы ты уже облутал, да, тут с этой стороны? Угу. Сколько палочка, костей конечно, набрал. Снарядов. Птуров? Или Нурсов? А, Птуров, да? Это же Птуры. Нет, это Нурс. Хотя, да, это Птуры, пожалуй. Так. Так, тут бухлишка лежит.
А, вон еще пацаны бегают. Ужас! Упырь-опустошитель! Ого! О, ну нормально освежился. А что-то они умирают? Порт упырь. Ну хоть одного я напугал. Стреляй в него, стреляй! Это те, которые говорят... Пытался Семёна залезать. А, нет, сундук упыря. Взять. Охо-хо, 13 человек на сундук упыря. Ну, вроде ничего не вижу. Вот я, короче, постоял 30 секунд. А, ну все, все правильно. Ну, шо тут? Лоу. Зелье совиной мудрости, 50 золотых. Ясно. Замечательно. Ну. Так, ты беги, знаешь, беги за... Входи в склеп, я быстренько мотнусь, воскрешу бомбу. Давай. Нам пригодится любая помощь. Так, где Лину? Лину. Смотри, побежала. Я все сделаю. Она наступила мне на плащ. Бесовая женщина. О, как я соскучился по подземельям жадности и по вниз и пауки. Да. Я чувствую подставу. Давай сходим сюда. Да, смотри. Ага, Лич. Да. Он как-то не особо торопит. Да, Лич и так себе. Да. Лину их нагибает довольно сильно. Вот Лину в одиночку их выносит. Ну так, она же клерик, заточена выносить личи всяких. Натя, в борщ! О, там сундук. А кто стреляет? В кого стреляет Шервин? Не знаю. Она стреляет в дверь. И наносит ей урон почему-то. Двери. Ну, то есть воздуху, который стоит на ее месте. Успокойся. Привет, дорогуша. Согласна. Что я могу для тебя сделать? Да. Ну ладно, допустим. Это было странно. Спишем это на стресс. Так, Лина, у тебя проблемы с дверью, что ли? Ты это слышишь? Открыть дверь не пробовала? Ну блин, Арт, ну чё они такие тупые, а? Отзови их. Нажми. Оно закрыто? Как это закрыто-то? Только что открыто было. Кто закрыл? Я присоединяюсь к ним, короче. Может, у вас получится её разнести? Вот так вот. Я думал, это квестовая дверь. Она закрылась? Ну, да, она, по идее, призвана... Делать так, чтобы мы не могли выйти. Опять то же самое. Какой фантазии. У Лича очень низкая ловкость, можно режим мощной атаки включать на них. Да, давай, воняй на меня этой фигней своей. А Лич руководствуется тактикой «бей барышню по лицу», потому что он просто подошел и с кулака прописал Шервин. По щам. А, тут еще один. Такой, съешь мой костлявый кулак. Уже эти пробивающие стрелы мне очень даже нравятся. Как они весело-то их гнут. Ну, то, по-моему, ничего больше нет, да? Ловушка! Прямо по курсу. Давай сходим прямо.
Не, давай сходим направо. Вот, смотри, там слева, если посмотреть налево, там видно в тумане войны, короче, какой-то маскарад. Аналог карнавал. Светомузыку. Да, какое-то бешенство искорок магических. Ой. Ой, долбанулось. Кто-то кислотой намазал ручку двери. Сейчас вылезут. Да блин, кто-то намазал кислотой саркофаг. Ну, Лину, ну. Ну, Лину, ну. Я все сделал. Пожалуй, нужно выкинуть дневник Брунгильды. Брунгильд, дневнильды. Так, книга власти. Что за книга власти? Витиеватый, стремительный и вытянутый почерк, которым написан этот манускрипт, не оставляет никаких сомнений в авторстве, это знак волшебника на внутренней стороне обложки, лишь доказательство того, что действительно одно из многих руководств по созданию магических предметов. Посох силы — это предмет великой силы. Понятное дело. Одним из них является зуб Бодока. Нужно найти ему пару, зачаровать зуб Бодока и проискать зубы Бодока заклинанием слабоумия. Если все инструкции будут выполнены в стенах соответствующей магической лаборатории, предмет, полученный в итоге, будет всем самым мощным посохом, который там требовался. Лол, заклинание слабоумия. А пал... а что за палка-то? Может, палка слабоумия? Да ни хрена. Палка слабоумия. Там восставший какой-то. Лину назад! Блин, они ее сейчас убьют. Восставший, сейчас получит у меня восставший. Реально какой-то восставший прям вообще. Так, нет, потом мы не будем делать. Ого! Так, у него иммунитет к холоду. Печалька. Что, у двери не было иммунитета. Вот. Слушай, так-то. Их же можно наложением рук пячить, я и забываю все время. Да. Это самое эффективное против таких упырей. Вот, наверное, еще одну ловушку я уже не переживу с таким количеством хеппи. Ну, тогда надо сделать так. И нет никакой ловушки. Там было? Возможно. Магический жезл. Ага, жезл страха. Опять перевес. Постоим, попыримся на сундук. Все лишнее можешь отдать мне. Да поглотит. Да поглотит тебя земля, мерзкий сундук. Динамические тени есть в Neverwinter. Какие? Динамические. Они послышались экономические. Защиты Карлата. Защита Карлата. У меня столько палок, у меня одна секция в инвентаре, вот это вот, ну, клеточки. Одна вкладка полностью забита палочками. Всевозможными. Дичь. Отдохнуть можно? Поблизости враги. Ну, конечно же, враги всегда поблизости. Чё, надо отдыхать, да? А чё я тогда зелье пил, скажи мне? Нет, ты можешь не отдыхать. Так, лол. Если ты отдыхаешь, то я тоже отдыхаю. Нет. Да. Так я всё равно без тебя не пойду же дальше один. Ну, Валинард, ну, может, не надо отдыхать? Ну, Валинард. Я потратил заклинание все. То, которое может решить исход битвы в нашу пользу. А именно большой ракетный шквал Исаака. Плюс запасной я семен. Я как бы просто вспоминаю, как ты раньше все время парился за содержательность серий. Вспоминаю Бердянск. Вспоминаю Азов. Ну, возвращаемся к нашему экшону. А что тут... А подожди, а нам это все понятно. Все на месте. Внимательность. Сейчас мы залутали. Ой, какая тут хрень. Ой. Так, генератор... Оружие неэффективно. Надо ломать генератор. Ломай его. Бич. Палкой, палкой. Он гоняется за мной. В любой непонятной ситуации пошел, ломай. Иван. Пошел, Иван. Ломай технику. Так, надо еще раз прицелиться с звуковым вот сюда. Ого! Он меня просто... А, все. По печени тебя дал. Скотина.
Нормально. И только Шарвин что-то сдала. Шарвин, на! Хлебни! Не сильно это помогло. Умя. Так, надо их заманить сюда. Стой. Ай, он меня напугал. Страшная морда. Вообще, будто я мумию раньше не видел. Да ё-моё, ну! Офигевшие уроды. Давай! По бумажке такой читает во время боя. Ну хоть так. Ну все, ты меня надоел. Сейчас я его вынесу. Да нет! Да не, ну блин. Я промазал. О, я выздоровел. Давай, палкой его, палкой. Так тоже можно. На дверь, получай. Даже мощная атака не пробивает, да. Зараза. Великая мумия еще одна. Нормально, нифига она не великая. Ой. Так, на сундуке ловушка. Это нормальная мумия, не великая. На сундуке или на саркофаге, говоришь? Ну, на саркофаге. Хотя, может быть, и на сундуке. На саркофаге! Хоть ее. А хотя, с чем чисто? Так, вот этот сундук ближний к тебе тоже с ловушкой. И этот тоже с ловушкой был. Ах! Тут 200 копеек, нормально. Так, надо пока на ход кей поставить вот это. И, наверное... Да ты какой? Поставить на ход кей. Все ли ускорение? Ну, можно. Чё бы нет. А, так стоит. Лоу нет. Тут у нас броня удобства. И посох исцеления. Еще один. Так, броня удобства. Кто берет, ты берешь или я беру? Ну, у тебя же, наверное, нету места. Ну, в сумках есть. Я беру. Отлично. Ботинки следопыта держи. Ох-о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 х. Определить? Нет, тут все понятно и так. Просто арбалет классный, ну. У меня уже такой есть. Пригодится еще раз. Не беда. Тебе надо подзахилиться. Да, надо бы. Ща. Надо еще. Надо еще бахнуть. Вкори себе стимпак. Пока нормально, хватит. О! Восставший. Сейчас я им туда животинку запущу. Ты прям как Дзирдоурден. Че, не хочешь? Ой, боже мой. А че ты туда убежал? А потому что он не хочет вызывать животинку удаленно. Ему нужно обязательно подойти. Дебил. Да уж. Это мне напомнило момент из книги. Как же она? А, Изгнанник, короче. Ну, это серия Темный эльф, вторая книга. У него, у Дзирта, есть боевая кошка. Ну, собственно, как у нас, Семён и Тюгр Валенардовский. Блин. Только пантера гигантская. И
И вот он эту пантеру призывает. Там, короче, они напоролись на мага, который с собой переносную башню таскал. То есть там она где хочешь вырастала у него, там ботинки вал, посмотри. Угу. Вот, и ее было невозможно взять штурмом, только бойницы очень маленькие у него были. Он, короче, залез, сунул статуэтку пантеры в бойницу, и пантера внутри прям появилась. И так они взяли штурмом эту башню. Что пантера надрала задницу магу. Познай силу моего. Че, я что-то не помню этого момента в книге. Так ты ничего не помнишь, тебе же не понравилось. Она не понравилась мне тем, что в нее напихано всего-всего. А как-то вот литературная вот ценность не цепляет. Вот единственное, что мне понравилось, это, пожалуй, то, когда его зомби-отец преследовал. Вот. Ну и Летиды тоже, да. Ну да, Летиды классные. Ну, Летиды читеры, конечно. Ничего тут не скажешь. У них там целое сообщество, и гигантский мозг, прям как в Сталкере. Ну, шапочка из фольги помогает. Он не додумался до такого. Конечно, он же не смотрит РЕН-ТВ. Так. У них там в подземье в ихнем диком такого нету. И дошла цивилизация еще РЕН-ТВ до них. Так, там великая мумия. Милости просим. Так, подожди, надо по давай одному. Надо тактично, тактично надо все это делать. Они не хотят идти. А, о, один пошел. Не жалат там. Хороший выстрел. Ой-ой-ой, Шарвин заболела. Нефиг связываться со всякими гнилыми ребятами. И давать им себя щупать. Я ее исцелю. У-у-у, говорит мумия, у-у-у. И невзирая на мумию, я читаю по бумажке заклинания. Помонок гроулит. Ух ты, прикольно. Металлисты привлекли в тебя, долбан, к озвучке. Я не почувствовал. Потому что у нас отключена возможность коцать друг друга. А чё, можно друг друга ракетами стрелять, но при этом не коцаться, так что ли? Есть сложность, когда все заклинания разрушительные, вообще любые, затрагивают абсолютно всех. Неважно от того, принадлежишь ли ты к партии нашей или нет. Это прикольно, кстати, с одной стороны. А ты видел эту ловушку? Нет. Ладно, то я же ругаться хотел. Я видел только, что было в прошлый раз в саркофаге, я тебе не сказал, ты не обратил внимания, по-моему. Я когда посреди битвы вбегал и говорил: ловушка. Влетал с двух ног. Да. Блин, прицелиться не получается что-то. Главное это, с параличом стою, а руками шевелю. О, великая чармантия. А что такое амулет? Сопротивление электричества или кислоте, скорее всего. Ну. Электричество, да. Хватай. Схвачено. Блин, опять я покоцанный весь. Ух ты. Смотри, прямо тут стояла мумия. Ич какой. Ау! Ау! Херачит слегка. Придется зелье пить. Мы не будем что? На, ну, на 40. Дебил. Боже мой, какой дебил, а? А, ты его не видел. Ну так палкой хочется стукнуть же. Нет, я же заклинание использую. Хочется смотреть в глаза врагу. Костра у него заклятие. Все, наконец-то можно отдохнуть от этого дерьма. Мне нельзя.
А тут можно. Твоя задача — сундук открывать. Семенов вызывать. Где Семен? Передражается. Да поглотит. Ладно, хорошо, этот сундук без ловушки. Вот ты вот, вот ты вот зря это сделал. А, блин, точно, точно, сорян. Я забыл. А то я так Семена не вызову никогда. А, тут уже враги поблизости, все. Враги всё? Уже сделали два шага в сторону. И да, да, я сейчас сундук поблизости ломаю. Какие коварные враги. Ну. Зелье профессионализма, слушай, хочешь? Не. На продажу. Мы дилетанты, нам такое не нужно. Слушай, а циркофаги мы точно лутали? Да. Они просто закрываются обратно. Ой, светомузыка, слушай. Сначала сходим, наверное, сюда, если можно. Закрыто. Открыто. Ой, бегут, бегут, бегут. Познай силу моего гнева. Ой, скелетик прибежал. Они просочились сквозь. Шарвин, почему ты не сражаешься? А, страшно, да? Ау! Хорош! А ты неплох! Че тут? Пьедестал. Очевидно, этот пьедестал содержит могучую магию, которая защищает что-то очень ценное. Кажется, защитное заклинание центрального пьедестала связано с четырьмя другими в этом же зале. Так, это что за пьедестал? Скрижаль зеленого света тут лежит. Углубление, которое должно содержать драгоценный камень. На нем также есть надпись. Стражнику у дверей недорог... А, ни денег, ни славы не надо. Верность данной присяге будет лучше... лучшей наградой. Херня какая-то. Юноша брошен в темницу с возлюбленной, он разлучен. Его тело изломано пыткой. К ее башне летит его стон. Бред какой-то. Мне кажется, это ничего нам не даст. Король восседает на троне, ему милее всего, когда горожане на улицах имя славят его. Дичь какая-то. Я заметил, что Лину косит от работы. Постоянно в первом бою умирает, и все происходит без нее. Наставник умирает, не писал. Принцесса укрылась в покоях, башня на самом верху, обреченная нелюбимому. Сюда нужно какой-то камень положить, ну, судя по всему. Судя по всему, туда надо что-то положить, да. Стражник у дверей, ни денег, ни славы. Но он, наверное, с данной присяги будет лучше награды. Но мне непонятно, что туда класть. Может, огненный опал? Бракованный, говорит, у тебя опал. И меня долбануло. Камень... А может, мы сначала попробуем исследовать дальше там? Ай. Подожди. Может, не будем так? Подожди, у меня есть кристалл страдания. Интересно. Получилось? А здесь что? У меня так, есть кристалл боли. О! Кристалл страдания встал на место. Судя по всему, кристалл боли надо положить. На пьедестал, который у тебя за спиной сейчас. Так. А там вот... Ну... Про короля, да, радует, у тебя? Радует одно, да, то, что камни эти квестовые. Ну вот, я положил камень боли, он подошел.
Знаешь, у меня такое подозрение, что поиски короля с многострела растянутся на две серии в итоге. Что в этой серии мы побродим по склепу. А, надо защищать вторую половину. Ох уж. Мне кажется, надо сначала заклинания накастовать всякие на себя. Блин, как оно шумит. Шумит. Так, и еще одно. Я тебе еще защиту от зла. Спасибо. Суккуб! Блин, о, я не буду с ней говорить, я хочу кого-нибудь сначала постукать. Смертный, подойди сюда, и говорит. Посетитель, какая неожиданность. Пожалуйста, не позволяйте старым сказкам о демонах удерживать вас от разговоров. Я могу очень сильно помочь вам. Кто вы, что вы тут делаете? Открыв свое истинное имя... Ну, блин. Открыв свое истинное имя смертному, я оказалась нужно служить магу Лаенне и лишена своей силы. Я не повторю это ошибки. Нам нужно только, что даже после смерти я остаюсь на службе у Лаен, привязана к этой гробнице и не в силах бежать, слишком слабая, чтобы освободиться от своих магических уз. Но если поможете мне, если позволите мне помочь вам, и сами поможете мне взамен, я разорву эти узы, вернусь в свой родной план. Позвольте мне помочь вам. Есть вариант, простите, я не разговариваю с демонами, до свидания. Как вы можете мне помочь? Ну, я могу только множество вещей, я могу много сделать для вас, я могу помочь вам. Но вы тоже должны помочь мне, придется принести мне кое-что. Вещи, которые нужны, чтобы вернуть неутраченные силы, после чего я смогу помочь вам. Что вы хотите от меня? В этой гробнице находятся талисманы, мои силы. Кольцо, ожерелье и драгоценный камень были взяты у меня, когда Лаен вынудил меня служить ей. Теперь, когда ко мне вернулись талисманы, я смогу восстановить свои силы и выбраться до этой тюрьмы. И за каждое украшение, которое ты приносишь мне, смертный, я помогу тебе. Тут есть у меня есть один из ваших талисманов. Тогда вы должны дать его мне, чтобы я восстановил часть своих сил. Так. Обещание служить вам освободит меня так же, как чары, превзошедшие меня, когда ко мне соединился талисман, не может освободить меня, но он даст мне точно все, чтобы служить вам. Скажите мне, смертный, что я должен сделать? Я могу открыть двери гробницы, чтобы у вас не задерживали никакие препятствия. Еще могу дать вам могучую магию, которую цените вы, смертные. Ну вот, и что выбрать? Открыть двери гробницы, чтобы вас не задерживали никакие препятствия. Ну-ка, еще раз. Ну, тут есть вариант. Ну, как бы очевидно, первое. Ну, конечно. И дайте мне магический предмет. Ну, ты вот опять... Вот какие могут быть вообще тут сомнения? То есть... Первый вариант это выполнить квест, второй вариант запороть квест, а ты еще сомневаешься. Ну вы открыли все двери. Что ж, пусть будет так. В смысле? Ну вот, видишь, она открыла там что-то. Она открыла все двери. Ну, учитывая то, что в основном здесь довольно-таки, ну, откровенно говоря, хреновенькие предметы магические. Потому что в прошлый раз. Она удачно было, например, открыла все двери, это вообще. Потому что в прошлый раз, например, было кольцо. Ай, не трогайте меня. Будник. Ай, окружили с трех сторон. На тебе. Хорош. Стукай его, стукай. Стукаю, братишка. Стукаю его. Ой, там Шарвин сражается. Да блин. Что за дичь? Сзади что-то в меня летит. Слушай. А, там каменный голем. Тебя точно зовут? Она тут меня стреляет. Анатолий Вениаминович. Не Джон Прайс, случайно? Нет. Джон Цена? Не я. Слушай, мумия непробиваемая. На тебе палкой! Стукай, стукай! Так, у меня есть вызов тени. У тебя диарея, по-моему, случилась. Оп! О! Эй, смотри, какой Майкл Джексон теперь за нас сражается. Тут-т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 ут
Я не понимаю, что такое сразить зло? Оно такое неэффективное просто. Ух. Это было эффективно. И вот тебе еще. И вот тебе еще. А я пока тебя вылечу от болезни. Да оно умрет сегодня, не? Оно умрет. Там еще великая мумия сидит по соседству. Эп, накатим. Тебе надо подлечиться. Да блин, у меня зелья все кончаются. Постоянно. Это нечестно. Че ты перегрузил-то сразу? Ой! А, понял, почему. Скотина. Так, а он бежит. А он бежит. Тень его отвлекает. Все, да, отвлекает. Иди к черту! Дверь закрыть. А он игнорирует Шервин. А Шервин в невидимости может, поэтому. Он не может ничего сделать, чудесно. Не сработало. Я знаю, почему у меня перегруз. Перегруз, потому что у меня жезл лежал в сумке, а я его открыл. Ну иди сюда, скотина. She was more like a beauty queen from the scene. Set on my bed, what do you mean? I am the one. Ага, не работает на него магия. Как он меня в морду кулаком врезал. Не работает на него ничего. Давай же что-нибудь сделай, лол. Ну, остается мне только тебя лечить. Как он стукает, а? Как он стукает? О, я пробил его! Еще раз пробил! Еще раз! Получается! Блин, как бесит меня эти... Югр, помогай! Шарвин, помогай! Дорогие зрители, сразу попрошу прощения за эти бессовестные светомузыкальные спецэффекты. Ну это клетка, в которой сидит суккуб. Надолбануло вытать только меня. Ну ладно. Лечи меня. Ай, тюгр умер. А, не, подожди. Ничего, он не умер, он без царапин. Меня глючит. Автоматическая система подсказывает. В посохе осталось 5 зарядов. Наконец-то, капец, какой толстый. Даже ничего не выпало с него. О, да. Иди сюда, зараза, на! На! Нашпиговываем мы стрелами. Ух ты, лену его как жарит, смотри, это еще раз. А, да, он просто живет с утыком стрелами, прострелили колено. Добро пожаловать в White Run. Ой, тюгр очухался. Есть. У него в затылке стрела, в глазу стрела, в паху стрела. Тюгр теперь... Так, там восставший. Давай-ка восставший. Че, восстал что ли? Иди сюда. Исчезни навеки. Как в школе любили друг другу говорить. Ты че, восстал? Ну ему в школе так, видимо, тоже говорили. Так, вот мне интересно, здесь есть ловушки или нет? Так. Есть или нет? Я сейчас понюхаю, подожди. Нюх-нюх. Вроде нет. Да, все. Нюх сработал. О, есть ловушка. Так, на этом сундуке, а? Да. На сундуке, вот на этом. Нет, именно на саркофаге. Магический жезл. Жезл вызова. Че он вызывает? Непонятно чем. Все, и книга «Приключения Грина, Ричарда и Вувея». Она
Надо будет почитать, возьми. О, слушай, тигр стоит, боится до сих пор. Чугр, пошли, не ссы. Всем тяжело нынче. Вернись в строй, солдат. Там, тут там, еще много всего. Там. Так, давай там, нюхать сундуки там, по очереди. Там. Блин. Ага, вот тут есть ловушка. Тут кольцо непонятное в нем. Наверное, сопротивление. Да, стойкости плюс 2. О, можно отдохнуть. Замечательно. Ой, дальше какой-то великий саркофаг. В окружении каких-то камер. О, вот это классный жезл вызова, кстати. Он вызывает 4 уровня. Хотя, ну так себе. Ну, я так, не вижу книги. Ловушек на нем. А ты можешь приказать Семену проверить? Нет, пока мы не обнаружим, не могу. К сожалению. Так, тут куча стрел. Ой, бегут оборванцы! У мертвия, смотри. Тигр, дебил, темная нежить стремится уничтожить все живое, напоминает кладбище своими жертвами, сражаясь между своими отталкивающими подобиями. Мышцы отталкивающие подобия. Ой, тюгр боится нечисти. Говорит, да ну вас нафиг, я ушел. И он говорит, fuck you, американский, я ушел. Fuck you, Neverwinterский. Точно. Парализующая стрела, жерелье суккуба я нашел. Че, еще одно жерелье суккуба, что ли? Пусто. Там пусто везде в этих, да? А суккуба мы уже отпустили, да? Нет, еще не отпустили, она в клетке сидит. А, ну. Да нету ее в клетке, у меня она пропала из нее. А, точно, нет, странно. Так очевидно, ты же ей отдал ожерелье, отпустил ее, взамен она открыла двери, все логично. Прикол в том, что я не помню, чтобы я его брал. Так ты всегда хватаешь все подряд и не смотришь. Ух ты, какая там стоит махина, блин. Это пудж, только без плоти. Костяной голем. Рейтинг непреодолимый. Безумными волшебниками костяные големы обычно используются для охраны ценной собственности. Их власть составлена из части различных созданий, как человекоподобных, так и монстров. Я сразу, короче, врываюсь и наложение рук на него делаю. Ты оскверняешь гробницу Лояна смертный. Я думал, он говорящий какой-то. А он просто выпендривается. Ой, не, вообще не сработало. Он Семена прошибает. Он меня прошибает. Ай! Дичь. Нифига себе какой. Я тоже прошиб на себе 108, нормально. Это был усиленный конус холода. Давай еще такой. Хорош. На. Есть. Ну классный, скажи, а. Вот. Хорошая фантазия была у разрабов. В Ревентере полно всякой такой нечисти. Да. Cause I'm strong enough to live without you. Ну, давай, ломайся. Я тоже не всяк точно сломаюсь. Тоже сломаешься. Кислотный туман я нашел. Кислотный туман. Такой тюгр стоит.
Ой, короче, это все тебе там. А что ты не доломал-то? Ой, палка кончилась, посох святого. Зря ломал. Ух ты, сколько там сундучье! Слушай, я отдохну даже на радостях. Там куча-куча сундуков, десятки тысяч их. Кстати, тебя фонит сильно довольно. Десятки тысяч миллионов. От тебя фонит, слышь? Радиоактивный. Ну как, шумы, фон. Странно. Так, дай я вылечу, Шервин. Просто эти все равно свитки не использую никуда. Пока, тюгр. Я на всякий случай отдохну, а то мало ли какая-то хрень из них вылезет. Я пока ничего не буду трогать. Просто похожу тут, погуляю. Да, ходи, гуляй. Вроде тут ничего такого. Че, давай, начнем по порядочку. Такс. Давай, ты с первого начинай, да, я вот с последнего. Слушай, прикольно. Ограничиться тем, что сразу их всех разнести. Ну, есть такой вариант. Так, этот закрыт. Неужели здесь нет ни одной ловушки? Ну, я так, в режиме обнаружения зелья. Ничего не вижу. О, наконец-то зелье исцеления. Зелье кошачьей грации. У тебя, кстати, зелий много? Исцелений. Нет, не очень. Дефицитные стали, скажи, тут, как редко выпадают. Тут зелье силы бычьи в этом сундуке. А у меня уже 12 штук таких. Кольцо суккуба я нашел. Так, саркофаг остался, да? Да, да, да. Ай! Как херануло! Нифига себе дичь. Они все решили на Шервин отыграться. Туши их, туши! Ах ты упырь какой! Он за мной гоняется! Почему я не могу выйти? А, наверное, потому что я... За мной гоняется, хаус могильный! Да все, он согрелся на меня уже. Да чё вы такие толстые-то? Да на тебе! Вообще. Дикие уроды. А чё в саркофаге-то было? Там был кристалл чести. Чести. Угу. Дубленая кожа. Вот тут вот зелье силы лежало, да. Так, а тут ничего... Так, у меня тоже есть кое-что для тебя, Вол. Вот это вот, на. И вот это вот. Угу. Стук это, судя по всему, открытие замков. Да. Прикольно. Слушай, я тоже хочу за мага поиграть в Neverwinter. Лол, закрыто. Кнок, кнок, нига, мазафака. Open up. Йо, большой медведь. Жарл Джонсон пришел. Open up, нига! Да господи! А чё, Семён кончился, да? Угу. Так, жезлы. А, всё, отдыхать можно, слышь. Давай отдыхать-то. Провожу ревизию палочек. Нет, это сильно дохрена. Некоторые палочки, причём... Даже работают, вот, особенно на замедление, они работают, то есть они по факту бесконечные. Так. Работают несколько я не раз, помню, чтоб я то находил. Есть один раз в день. Вот у меня есть Александрит, а, о, кристалл долго и бриллиант чести у меня все есть. Так что сейчас мы это сделаем, воу. Семён, давай. Давай, Сеня, ты можешь. Все? Угу. Хорош. Слушай, так у тебя было заклинание стук же все это время. Сколько у нас там времени, кстати? Так. А что ты. Какая разница, если у нас вот логическая точка уже близко совершенно?
О, а еще медное кольцо валяется, непорядок. Это я выкинул его. А, перегруз, колечко выкинул. Да. После этого он закончился, я снова вспорхнул. Подожди, а сукуп-то вот он. Это классика РПГ просто. А, она в инвизе, наверное, просто. Смертный, хоть седой. Так, ну-ка дай-ка я с ней поговорю теперь. Посетитель, кто вы, зачем? Я не повторю этой ошибки, освободиться магических уз. Как вы можете мне помочь? Множество вещей. Мне придется продать свою душу, что это вроде этого. Меня интересует ваша душа. Так, поговори с ней пока. Заклинаниями придется меня к этой гробнице. Замена предложила вам свою помощь. Так, что вы хотите? Талисманы, мои силы, кольцо, жаль, драгоценный камень были взяты у меня. Так, возьмите талисман. На, типа. Так, обещание служить вам связывает меня так же, как чары, привязывающие меня к этой гробнице. Один из талисман не может... Дайте мне мощный магический предмет. Держите этот предмет. Получен предмет как кинжал. Замечательно. Несите мне остальные талисманы. Да принес я тебе. На! Моя сила полностью восстановлена. Бла-бла-бла. Я пожру твою душу. Офигела! Вол, иди сюда, она пожрет мою душу. А, погоди. Она душу мою жрет! Блин, наложение рук на него подействует. Я лучше на себя его применю. Опаньки. Вот кто тут у нас развлекается, а? А ты где был-то вообще? Чё за фигня? Подожди, она мне не враждебна. Так... Это постоянно так. Теперь враждебно. Она напала на меня. Да ты чё такая сволочь? О, слушай, я знаю, что я сделаю. Конь, помогай! И жо-жо. Так, это мне не работает. А можешь меня полечить? Да, сейчас. Слушай, вот вас реально хорошо работает. Персонаж мгновенно реагирует. Спасибо. Ого, прям в копчик стрелу я и вонзил. Ну чё, с неё ничего не выпало, что ли? Ну, ё-моё. Ладно, пойдем кристаллы и части на место это водрузим. Несправедливо. Зато кинжал получили какой-то. Так, тут у нас король, что-то там. Король усидит на троне, ему милее всего, когда гражданин выставит имя его. Кристалл долго? Нет, не то. Нам надо сюда положить кристалл чести. Так. А сюда, соответственно. Сюда мы положим кристалл долго. Та-дам! Что-то случилось. Пьедестал. Тут у нас лежит заветный сапфир. Подожди. А, звездный сапфир. Имеет внушительный размер, обладает уникальным качеством огранка. Этот драгоценный камень представляет огромную ценность, особенно для тех, кто интересуется историей семьи Шеру. Для тех, кто интересуется историей семьи Шеру? Кто такой Шеру? Это, наверное, один из компаньонов. Ну, тех, кто в таверне стоит. Ну, я больше не вижу, уже ничего больше нельзя сделать, в общем. Звездный кристалл мы получили, можно валить отсюда. Потом разберемся, что с ним делать. Ну что, вот на этом уже действительно можно заканчивать, скажи. Да. Да, так что, ребят, спасибо тем, кто был сегодня с нами. Благородные сэры, Neverwinter, лайки, подписки. Всем до новых встреч. Пока.